Всем привет! В Америке очень легко водить машину. Правила дорожного движения почти не отличаются от привычных нам. Но большое внимание необходимо обращать на желтые школьные автобусы. Если они остановились, включили мигающие огни, выдвинули по бокам знаки «Стоп», никто не может проехать мимо, даже встречные автомобили. На светофоре для пешеходов нет красного и зеленого сигналов. Есть белый человечек, можно переходить, красная мигающая ладонь, завершать пересечение проезжей части, и красная ладонь, стоять. А еще можно нажать на кнопочку у пешеходного перехода, и загорятся желтые огни. На таких пешеходных переходах, не на перекрестке, водитель остановится и пропустит вас, если видит, что шагнули на проезжую часть. И самое мое любимое – это поворот направо, на красный свет. Остановиться, убедиться, что не создаете помех транспорту, движущемуся на зеленый сигнал, и совершить поворот направо, если нет запрещающего знака.